بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Начинаем наш урок с именем Аллаха. И сегодня мы будем рассказывать о том, как один из сподвижников пророка Мухаммада, его зовут Абдуллах ибн Мас'уд, как было принятие ислама этим сподвижником. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, вместе со своим сподвижником Абу-Бакром Саддиком, Абу-Бакр Саддик – это самый лучший из сподвижников и лучший из всех святых, лучший человек после пророков, друг пророка Мухаммада, и еще много можно о нем сказать. Вместе с ним, с пророком Мухаммадом, они встретились с Абдуллах бин Мас'удом, когда они направлялись там, в одном путешествии. На пути они встретили Абдуллах ибн Мас'уда, который пас овец. Абдуллах ибн Мас'уд в будущем, потом он стал великим ученым. Ну и как это происходило? Я сейчас прочитаю один стих. جَاءَ لَهُ النَّبِيُّ وَهُوَ يَرْعَى غُنَيْمَةً يُسِيمُهَا فِي الْمَرْعَى قَالَ لَهُ شَاءُكَ فِيهَا لَبَنُ قَالَ نَعَمْ لَكِنَّنِي مُؤْتَمَنُ قال فهل فيها إذا من شاتي ما مسها الفحل إذا فتأتي بها فمس الضرع وهو يدعو فامتد ضرعها ودر الضرع فاحتلب الشاة وأسقى ثم مس في شربه قال له قلص فقلص قال فعلمني لعلي أعلم قال له غليم معلم. Как сам тот, кто написал этот стих, у меня не получилось его прочитать, но в любом случае я прочитал правильно, слава Богу. И смысл этого стиха я сейчас вам расскажу. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, пришел к нему, но тут говорится о юноше, который пас овец. И вместе, как мы уже сказали, с Абу-Бакром Саддиком они встретились, видят человека, который пасет овец, и обратился к нему пророк Мухаммад. Он сказал: «Шаука фиха лабану». Это означает, что мы желаем напиться молока, овечьего молока они хотели. Абдуллах бин Мас'уд ответил, он сказал: да, есть, но я не хозяин этих овец. Потому что по шариату, если он не хозяин, он не может раздаривать, понятно, и овец, и мясо, и молоко, потому что это не его. Абдуллах бин Мас'уд, он был человеком, который нанялся на эту работу. В этом никакого позора нет. Все пророки в своей жизни испытали трудности, и одна из трудностей — они пасли, и это очень такой тяжелый труд. Внимание надо, выносливость нужна, и силы воли надо, и мужество еще надо. Так вот, Абдуллах, сын Мас'уда, он сказал, как есть: я не хозяин, но молоко есть. На что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, ему сказал: а ты скажи, есть ли среди
овец, такая молодая овца, которая еще не родила, значит, молока не бывает. То есть получится, что если он приведет овцу, которая не дает молока, никакого ущерба не могут нанести и ничего не отдает, в принципе. Но получилось так, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он же был наделен чудесами. Одно из этих чудес было в этот день. Он сказал: приведи эту овцу, и тот привел ее. А потом он погладил вымя этой молодой овцы, и как будто бы стала она кормилицей для своих детенышей, как в таком периоде появилось много молока у нее. Ну, это чудо, так не бывает. Природа и организм этих овец так устроен, что обычно молоко появляется после того, когда будет детеныш. Это я рассказываю специально, чтобы понимали, что там действительно было чудо, что это еще раз было подтверждение правдивости пророка Мухаммада. Пророк Мухаммад получил и молоко достаточно для него, для Абу-Бакра, они напились. А потом получилось так, что эта овца вернулась в прежнее состояние, как будто бы ничего не произошло. Но молоко на самом деле выпили. А это увидел этот молодой человек, Абдуллах ибн Мас'уд. Он был настолько удивлен, он понимает, что пророк Мухаммад наделен чудесами, он становится мусульманином. Ну и, конечно же, он захотел больше знаний иметь и быть из знающих сильных людей. Он попросил у пророка Мухаммада: «Фааллимни, лаалли а'ламу». «Может, ты меня научишь? Научил бы ты меня, и я хочу быть знающим». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, ему ответил, как сказано в стихе: «Гулайимун муалламу». Он ему сказал, что ты, юноша, будешь знающим. И, конечно, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, просто так ничего не говорил. И все, что он говорил, это было с глубоким смыслом. А сам вопрос, пророк, когда задавал ему: «Галь андака лябан», «Есть и молоко», это не было никакого стремления посягать на чье-то имущество. А когда он ответил, что он по поручению работает, и это не его отара овец, то пророк сказал: «Фагаль индака шатун лам янзу алейха фахлю». И дальше мы уже объяснили. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, попросил, чтобы он привел овцу, которая еще не родила детенышей ягнят. И потом, после всего происшедшего, когда он сказал: «Научи меня, о посланник Аллаха», он обратился к нему так. Он сказал, Абдуллах сказал пророку: «Я Расуль Аллахи, аллимни». Он сказал: «Научи меня, дай мне знания». Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, вот так погладил по голове этого юношу и сказал: «Баракаллаху фика, фа иннака гулямун муаллам». Это означает: «Да благословит тебя Аллах, воистину ты, юноша, ты будешь знающим, наделен знаниями». А теперь вот мы рассказали, что было причиной принятия ислама Абдуллахом сына Мас'уда. Принятие ислама было после того, когда он увидел доказательства чудеса. Для нас это тоже доказательство. Плюс к тому, что мы верим, мы еще больше, когда узнаем о чудесах пророка, больше укрепляемся в своей вере, в его правдивость. И еще что хотел сказать. Обратите внимание, что сказал пророк Мухаммад и что было потом. Пророк Мухаммад, алейхиссалям, сейчас важный такой момент. Пророк сказал: «Да благословит тебя Аллах», дуа пророка. То есть, если кто-то сейчас это услышал, он, конечно, захотел бы, чтобы пророк сделал для него дуа. Баракаллаху фика. Я хотел бы. И каждый из вас хочет. Но сейчас услышите, к чему это все. А потом со временем этот
юноша стал одним из самых знающих последователей пророка Мухаммада. Он был на уровне имама Али, но в некоторых науках, вопросах имам Али был сильнее. Поэтому имам Али, он самый знающий из общины пророка Мухаммада. Но из шести самых сильных был еще этот человек, который был правдив. А теперь, в заключение урока, хочу сказать, делайте дуа и занимайтесь дават. Потому что пророк Мухаммад делал дуа, просил у Аллаха, чтобы был светлым лик того, кто будет передавать то, что пророк Мухаммад говорил искренне. То есть, если пророк Мухаммад сказал что-то, и это узнают люди, то потом эти люди передают другим, распространяется сказанное пророком Мухаммадом. Вот для таких людей, которые стремятся, и у них это получается, что они передают людям хадисы пророка, или то, что, чему учил пророк Мухаммад, передают другим, вот тот, кто себя этому посвятил, пусть радуется. Для них пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сделал дуа еще до того, как они еще родились. То есть в наше время, кто занимается распространением знаний, которые пророк Мухаммад оставил после себя, его наследие, или хадисы передает, например, не искажая, то для таких людей пророк Мухаммад сделал дуа, просил у Аллаха, чтобы в судный день их лица были сияющими. Дай Аллах нам быть из тех, кого это касается, из тех, чьи лица будут сиять в судный день. Прошу Аллаха сил для себя и для вас следовать, максимально используя все свои возможности за пророком Мухаммадом, алейхиссалям. Ла илаха илляллах, Мухаммаду расулуллах. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху.